И чтоб была гитара такая, было да пизды. Джазмены сидели, играли и без перегруза. Все нормально, их посещала муза, которая им диктовала классные произведения. Со временем вдруг изменилось настроение, и обнаружен был странный прибор на полу. До этого он валялся где-то там в углу, а тут гитарную педаль сочинил и спастерил кто-то. И вот уже высокие частоты перегружены вместе со средними и низкими. О боже, это звучит невероятно низменно. Конечно, прибежали сатанисты и себе присвоили это звучание очень быстро. Наградили его сатанинским знамением, и после этого все эти сновидения долго исчезали у уши бедных людей. Но со временем, вы знаете, из классных идей пришла одна, самая главная, самая пиздатая. На гитарах играть не надо, и надо просто поставить какие-нибудь пластинки для того, чтобы устроить супер-мега-вечеринку. Кто танцевали тут и брюнетки, и блондинки, что все было замечательно. I'm a fucking stinky. Немного воняю, но об этом попозже. Итак, друзья, я хотел бы, чтобы сейчас построже. Вы сами с собой были в плане вашей неимоверной лени. Сейчас я как на бронетранспортере Ленин, призван поднять вас наконец-то на великое восстание. Давайте размахивать революцией знаменем. А революция у нас танцевальная, конечно, будет. Итак, внимание, люди, это вам не телестудия, поэтому здесь никто не будет показывать карточку с аплодисментами. Сами наслаждайтесь моментами, которые мы вам дарим. Не играем на гитаре, мы сейчас такой не эпический хит вам захуярим. Простите, пусть цензура поправит ту строчку. Я хотел бы выразить свою мысль более точно. Сейчас мы очень порвем этот танцпол треком, который начнет супер-дискотеку. Стоп! Это будет песня «Танцы». Срочно снимай свой панцирь. Посвящаю свой танец протеста. Будут танцы!